Всем привет! После долгого отсутствия я наконец вернулся. По многочисленным желаниям, этот гайд будет про дизайн и декор у разных видов построек. Также следующее видео будет про автоматические коробки передач и их разновидности. Основные скрины в этом видео будут связаны с танками, но эти правила работают и на других типах построек. Ну что ж, приступим. Начнем сначала с дизайна. В принципе, правил, как делать постройки с хорошим дизайном, нет, поскольку у каждого свои вкусы и умения. Но, как правило, не стоит использовать один вид скосов и делать непропорциональные формы. Обычно удобно делать постройку по отдельности, сделать хорошую деталь и уже к ней подгонять другие. Или сразу сделать нормальный корпус и исправлять небольшие недочеты. После этого расставляем необходимые предметы и так далее. Спустя несколько тысяч попыток у вас все получится. Теперь декорации. Ну вот, у вас есть нормальный корпус с пропорциональными сторонами и формами, но он пустой и некрасивый. В основном для дизайна используют нестандартные блоки, которые могут закрыть эти пустоты. Каждых видов декораций не сосчитать, но можно распределить на пейнт-блоки и обычные. Если совмещать их, то можно добиться хороших показателей внешнего вида. В описании будет ссылка на Workshop Stand, где представлены разнообразные виды декора, так что вы сможете разобрать, как можно декорировать постройки. В общем, это узкая тема, поэтому невозможно толком объяснить, как правильно это делать. Самым лучшим решением являются бесконечные тренировки и пробные варианты. На этом моменте видео заканчивается. Извиняюсь, что оно недолгое, но я сделал все, что смог. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Чисто это, знаете, фильм, где про развитие человека на 1000%. Знаешь, по каком-то мультфильме автомобильном стоит машина. Давай, давай, попробуй. Она прикреплена к потолку. Так. Охуеть, все нормально стало. Спасибо, папаша, за этот гайд трехсекундный.